Рубрика «Полезные советы». Как заправить одеяло в пододеяльник. Правильно, да? Помогай мне. И как мы делаем... А вот так уже... Подожди. У нас... То есть мы кладем пододеяльник вниз, да? Правильно, да, я понимаю? А одеяло сверху. Закручиваем. Закручиваем. А где у него дырочка у пододеяльника? С какой стороны? Ну, вот она. То есть мы закручиваем к дырочке, да? То есть мы закручиваем к дырочке. Потом что мы делаем? Потом мы край всовываем в ушки, да? И тот край в ушко, да? В уголочек. Так. Сунули. Потренироваться, потом снимать. Будь здорова. Правду говорит. И теперь... А, то есть мы весь его запаковали? Весь сюда его запихали. Весь запихали. Весь запихали. Так. Запихали. Правда. И... Оп. Ну, почти, в общем. Угу. И он внутри, да? Да. Отлично. То есть он разворачивается вместе внутри, да? Да. Ну все. Всем спасибо. В съемках принимали участие. У нас еще заправляется в силе.